С ума сойти. Да, прижился твой, да, этот? А ты его прям изолентой, что ли, замотал? Да, как в интернете написано, на следующий год изолента отвалится. Прижился черенок, яблоня-то. Великий, как его? Мичурин. Мичурин, да. Великий Мичурин, молодец. Это что, получается, у нас на этой яблоне теперь вот будут вот эти яблоки? И еще вон те яблоки. Да. А разные сорта будут на разных ветках? Да. Прикольно. На следующий год зимой можно еще каких-нибудь. Будет на этой яблоне штук 6. Класс. То есть, в принципе, мы теперь можем спилить только ствол до ветки, да, это я так понимаю, да? Ну, смотри, сколько яблок. И не больные они, что цены. Ну, это да. В отличие от тех. Не, ну они тоже в черную пятнышку, но... Ну, мало. Да, мало. Красота. Вот этот вот ничего не прижилось, видишь? А этот дохлый, да, черенок. Ничего не прижилось. Все черенки дохлые, а вот этот... Да. А, этот тоже сухой, да? Вот тут еще. Да. Но это еще могила. Мои вот этот. Ишь ты, значит, на той черенок прижился. Один единственный из всего? Ну, больше, да, я не нашел. А его еще нельзя разматывать? Нет. А когда его можно будет разматывать? На следующий год он сам отвалится. В смысле? А. Ну, то есть это начнет расти и... Разопрет? Понятно. Слушай, ну ты прям, да, мичуринец. Тимирязев. Удивительный рядом. В феврале делал, чётчика, первый раз в жизни. Ну, правда, из 10 один, ну... Ну, все равно, один-то первый есть. Блин, первый блин, да. Зато теперь на одной яблоне будет куча разных яблочек. Давай еще прививай. Ну, вот теперь надо по науке делать. Теперь надо их осенью обрезать. Поздней осенью, сложить. Да. Так они засохнут? Нет, под кольцо куда-то, в пакетике. А когда только начинает сок, и это... А я-то когда приехал в феврале, что ли, нарезал, навтыкал, уехал. Не, ну прижилось, факт. Вот один прижил. Ну вот, класс. Решили пройти через пруд стройматериала, а тут прям целый выводок уток, видимо. Или гусь. Да нет, это утки, мне кажется. Гуси больше, да. Гуси больше. Купаются в пруду. Водичку попивают. Да. Мама, да здесь можно даже и рыбу ловить. Вон мостик. Ну да, только тут рыбы почти нету, Маш. Да, старый. Что, прям купаются, да? Да, да, есть вода плавающая. Мама! Смотри, птичка. Что вы вышли-то сразу? Что вы... Чё? Посушиться. Ну, наверное. Вот, Маш, вот этот клевер вкусный. Ух ты! Ты про этот говорила? Да. Спасибо. Пойдем, пускай купаются, они что-то нас побаиваются. Да. Прикольно. Как раз годики надела, чтобы надо да. Мам, можно я покушаю? Покушай, иди только вперед. Хочешь, я первая пойду? За мной пойдешь? Ну давай, да, под ноги. Мам, да здесь еще и крапива. Под ноги смотри только. У меня что, крапива? Бывший насос, насосная станция. И уворачиваемся от крапивы. Угу. Мам, нас прям приключили. О, мостик сделали хороший. Чего, Машуль? Что-то я с пончиком, я переломала. Ой, мама, старый мост. Погодите, подождите меня. Давай, давай, по палочкам. Страшно. Не, ничего страшного, давай. Вот и все. Старенький такой. Проходи вперед. Вот и прошли. Обходить просто все не очень хочется. Ого! Пойдем кольца смотреть? Или ты его померяешь? Ага. Ну, домик для колодца 6500. Мы хотим делать с домиком, потому что иногда бывает отключают электричество, и чтобы можно было воды набрать, там ведро должно быть. Наверное, одинаковые все. Ну, наверное, да.
2,10 как раз. А у нас лавка двухметровая. По 5 сантиметров еще нет. С ума сойти. Смотрите, кого я нашла. Кого? Ящерка. Да. Маленькая ящерка. Хорошенькая, да? На всякий случай. Тоже, наверное, 2,10, да? 2,10. Папа загорелся сделать из нашего стола на улице со скамеечками. Вот так вот накрыть поликарбонатом, чтобы получилась такая мини-беседка. Как бы сварить вместе. Так, ну что, кольца? Да. Все с дверками кольца. Видимо, сразу, чтобы для трубы. Не, ну нужна одна. Ну, может, они не все с дырками. Вот! Кольца! А почему? Смотри, есть шире, есть уже кольца. Это подо что? Ты думаешь, это кольцо для септика? Думаю, да. А, ну с дном. Нет, это вряд ли. А почему дно есть тогда? Почему тут такое дно? А видишь, что закапывали? А это уже, да? Это уже. А вон, видимо, крышка на вот это, да? Ну да. А сколько кольца стоит, не написано? Нет. Люки. Там, наверное, рядом с кассой написано где-то. Машунь. Ручку давай. Кольца. Да, это кольца для колодца. Цены нет, бесценные кольца. Надо посмотреть возле кассы. Стандартные колодцы, я не знаю. Нет, у нас есть 70-й метровый, 1,5 метра. Это слезы. Что на меня могла Надя надеть? Шлем свой. Брудлун? Потей. Да, знаешь, так это берешь так, дын-дын-дын, внутри. А здесь не протирается? Нет, не протирается так. Ты расстегнись. А, ты хочешь ее просто поправить? Вообще, как она должна быть? Вот так? О, свежий воздух. Да. Я еще и в очки. Ты в очки? Надеваю, да. Находишь помере очки? Отнес. Сзади. Запихивай сама. Маск прямо! Ну, просто я сначала надеваю очки, а потом надеваю шлем. Поэтому, ой, смотри, ты прям как... Ты как коп, ты глянь. Коп? Ты коп прям. Шериф округа. Цикл нужен. Шериф округа, да. Ты прям как коп. Тебе мотик копчик нужен. Копчик. Маленький копчик. Копчик. Так, сначала очки, потом шлем. Да без разницы. Подожди, давайте расстегнем. Мозг Да, и причесочка, главное. Нет, после шлема неправильно сняли. Надо было сделать вот так вот. Жих. Блин. Сделала. Да. И волоснёй вот так вот. Тогда понятно. Красиво. Ясно. Все, Саид, вы топитесь ногами? Нет, ты не вытопитесь. Ну, мы всегда топимся. Я как раз, думаю, сидела в офисе. У нас холодно. Мы с Машулькой приехали Димку встречать в Михнево. Он сейчас приедет. Правда, мы приехали что-то рановато. Нам еще стоять минут, наверное, 10-15. Отсюда такой закат. Класс. Мы с Машкой поднялись просто на... мост на платформу Михнева. Я падаю! Я падаю! Мама, красиво. Уже кто-то помигивает фарами. Помигивает фарами? Да, фары.
Какого цвета? Не видишь, электричка? Мне кажется, это красный. Да? Да. Смотри внимательно. Главное, чтобы не синий. На синем приедет папа. Да. Может, и синий. Не пойму. Мама, а что это? Это объявление, какой поезд придет сейчас на первый путь. А как он придет? Ну вот сейчас увидим. Я не услышала, какой поезд придет. А я не увидела. Смотри. Вот это он пищит. Да, это электропоезд. Туда хоть все люди поместятся из страны. Все-все? Все-все! Да, наверное, миллиарды людей. Наверное, миллиарды людей. Миллиард не влезет в электричку в одну. Влезет. Не влезет. Влезет. Что там влезет? Знаток. Машок, знаток. Ну-ка, покажи мне попс. Ничего себе. Маша покаталась на горке, покрашенной в желтый цвет. С ума сойти, что бы я делала без стиральной машины? Кошмар! Мама, смотри, героиня! Ай, я падаю! Ты смотри, сейчас уронишь, я ее не достану. И будет она у тебя вот в этом вагоне валяться. Со всеми остальными бумажками и мусором. И Дать. А вот и Димка едет. На Лексе. На Рексе, мама, да. Я его знаю! Рекс? Сейчас посмотрю. Рекс. Рекс. Пошли вниз. Пошли. Не держи меня за руку. Вас больше не будет. Нет, не закрывайся. Что, боюсь, гудеть не будет? Больше не будет гудеть. Ребушка с рюкзаком. Привет. Здоровенько. Привет. Привет. Ой, ты такой горячий, там что, кондиционер не работает? Там как это еще жара? Ужас. Привет. Ты что, у вас тут дождь, что ли? Ну, да. У нас слева сегодня полдня. Так, да. Ногами меня не пачкать? Ногами не пачкать, понятно? У нее попа зеленая. У нее попа зеленая. Она каталась на горке. Ладно, зеленая попа. На кольце, как будто живет 11 человек. А их там живет 11 человек. Это отпугивающий элемент. Врачи, ой, врачи вообще. Грабители приходят и говорят, ой, не нафиг. Ты знаешь, сколько у них там? Все одинаковые. Секта какая-то, подумаю. Так. Карман. Че это такое? Да, от лука шелуха. Ты что, он тут делает, а не в ведре? Ну, потому что я почистила, порезала и не успела выбить. Сливай, пожалуйста, нужно друшлаку, дай сюда сливать макароны. Я не друшлак сливала. Вот видишь, а ты говоришь 80 сантиметров. Ой. Пузит все. Да. Я человек-вонючка. Масло, все, я поняла. Масло. Не, ну на той кухне вы, конечно, вдвоем не поместитесь. Нам ее просто нужно делать только на ТВГ, как у вас. Иначе мы на ней не развернемся, да. Потому что мы обычно, если готовим, то это вот так и происходит. Как-то так. Главное не П буквой. Да, главное не буквой П, иначе мы с тобой хрен, да. Иначе, ладно, мы с тобой. Я один там застряну. Пойду туда готовить, и все, и будешь мне только, не знаю. Пока мы рюкзак там взяться. Да. Так же, маслом? Масло! Ой, не могу. Так. Чего они липнули себе?
тебе? Да. Потому что ты их переварил. Я не переварил ничего, успокойся. Переварил. Давай я тебе на коленке их прокину, и ты скажешь, переварил или нет. Ты жесток. Давай тарелки. Не дам. С кастрюли же идти. Вот еще посуду на вас пачкать. Сейчас. Сначала макароны из кастрюли до конца не вываливаются. Потом из душевака все они не вываливаются. Жрать ты что будем? Надо варить на килограмм больше, чтобы все то, что у тебя не вываливается, потом это доедим. Так, я включаю компьютер. Говорила, что пока не хочет кушать. То мало ли что. Короче. Она очнется потом часов в 10, в 11, когда ей надо будет спать ложиться, и скажет, я кушать хочу. Да, так что пускай идет. Машуль! Папа! Вот такой небольшой отрезок нашего вечера. Все, ребята, всем до встречи, всем пока.